сегодняшнего вечера все вы, кто с Майдана пришел сюда. Понятно, что мы тут сейчас революцию не устроим. И Микола прав. Микола человек чина, человек действия, человек прямой дии. И он правильно все делает. И я сегодня, вот я говорю, что давай, Микола, и сегодня пойдем. И правильно он говорит, что завтра нужно выходить в день добровольца. И правильно он говорит, что нужно, по большому счету, это вот сегодня национальный корпус, допустим, громил Сбербанк. Микола до этого громил всякие там банки. И нас пришло мало. Я вот стою тут, вы не видите. Там стоит огромное число, то же самое, то национальной гвардии. Стоят какие-то тимошники там с этими, с огнетушителями. Нас 300 человек больше. Они же боятся нас. Так вот, друзья, мы добились того за эти три года. За эти три года мы добились того, что даже небольшая группа людей может напугать всю ту нечисть. Всех тех кровососов, которые сидят в этой администрации президента. Потому что мы поняли, что 21 ноября 2013 года, в историческую дату, когда мы вышли, нас было немного. 19 января, когда правый сектор, активисты свободы и будущего Азова, будущего УНА и будущего правого сектора, мы повыходили, насколько было, ну человек 500. Так мы изменили историю Украины, когда начали столкновение на улице Грушевского. И пусть все вот эти парни, которые стоят за моей спиной, они все-таки красивые, они все-таки в модных касках, они такие в модных бронежилетах. Я, например, на фронте таких не видел каски бронежилетов. У бойцов ЗСУ. А вот он... Огородила сейчас кучей своих новых оккупантов, кто там из форта, из национальной гвардии, еще из кого угодно. Так что не бойтесь, когда нас приходит мало нации, это ничего не означает. Нас и в 12, и в 11, и в 10 году приходило все равно мало, и в итоге мы все равно смогли свергнуть ту власть. Робили це в Турції нормальні хлопці, які поклали свої бронежилети, поклали свої
Слева. И эти шли, не стали противодействовать власти. Это люди, которые пришли на цей Майдан. Это створится Майдан, хлопцы. Потому что ваши батьки, вы отримаете зарплату, а ваши батьки спитают, вы сами знаете прекрасно, сколько ваши батьки получают пенсии за сплотню.